Всем привет, с вами Ильф Горн, это симулятор механика автомастерской. И сегодня я не буду показывать новые машины, новые модернизации, которые пришли мне с новым уровнем, потому что есть кое-что, чего я не заметил. Точнее, я просто на это не обратил внимания и думал, что это по-другому работает. Давайте вот сейчас вот колодки поставим. Купим, точнее, колодки новые, потому что у меня, как видите, две машины стоят на подъемниках. И вот здесь вот есть стол для ремонта. Я думал, он функционирует тогда, когда мы покупаем скиллы для ремонта. То есть, когда вот мы купим первый уровень, тогда он и зафункционирует. Но на самом деле нет. То есть, мы можем чинить на них, на этом столе какие-то предметы, ну, с маленьким шансом, но чинить. И от этого еще и получать опыт, если мы чиним. Но если мы не чиним предмет, то мы его ломаем, и нам его придется покупать. Тем самым, как бы, мы и поднимаем опыт, ну и тем самым мы немножко тренируемся. То есть тут нужно рисковать, но как-то очень странно здесь чинится. То есть вот выберите фрагмент для ремонта, их нету, как видите, да? То есть вроде бы у меня есть что починить. Допустим, тормозные колодки можно починить, к примеру. Ну, если это вообще возможно. Я, конечно, не знаю, может, я не профессионал, но в данный момент, то есть, получается так, что у меня их и не получится починить. Давайте дособерем этот аппарат. Здесь все-таки нужно это сделать, потому что... Но мы сейчас поэкспериментируем по поводу починки. Допустим, я брал ради эксперимента, вот на этой машине нужно было починить масляный фильтр, то есть не починить, но заменить масляный фильтр. Я его брал, крышка от фильтра и сам фильтр. Вот сам фильтр нельзя было починить, а крышку от фильтра можно было починить. И можно было починить скобы от фильтра. То есть вот, может быть, починка приводит только корпуса, как бы частей корпуса, как-то так вот. Может быть, какие-то детали таких металлических, то есть возможно. Так, стоп, здесь как будто бы чего-то не хватает. Нет, здесь, по-моему, колесо всего лишь я снимал. Просто на автомате, по-моему, снял. Что-то вылетело из головы. То есть сейчас давайте дособерем эту машину. Все-таки даже собирать здесь интересно. Ну, на мой взгляд, конечно, не всем это... Тут я помню, фильтр, что ли, я менял. А, вот, да. Я не в том режиме был. То есть поставим фильтр, и еще как будто бы что-то я менял. Топливный фильтр стоит. Так, значит, нет. Либо я уже поменял, либо что-то вылетело из головы. Поставим новый здесь. Старый здесь поверх тоже. То есть, ну странно, вот смотрите. Допустим, вот этот корпус можно было бы отшлифовать, сделать его более чистым, так сказать. И, ну, за... Как его? Продать его как будто бы новый, ну, по крайней мере, на вид издалека, ну, можно было бы так, вот этот тормозной суппорт. Но нет, он не подвластен был починке. Так, посмотрим, все ли тормозная система, тормозные суппорты, я... Вот тысячу раз говорил, что не нужно ставить новые, ой, не нужно собирать машину до того, как... закрутил колеса. Но нет, я постоянно закручу колеса, только потом смотрю задание. Ну, допустим, мы возьмем здесь, вот, к примеру, возьмем, давайте посмотрим, сколько у нее, 63%. Вот как раз-таки, давайте разберем вот этот вот, ну, то, что у меня получилось починить, по крайней мере, да. И возьмем крышку, да, к примеру, от фильтра. Стол ремонт. И смотрите, вот как раз-таки здесь я могу вот эти вот хомуты, ну, скобки, это хомут вроде по-другому выглядит, не знаю. И крышку воздушного фильтра я могу починить. 1905 опыта, давайте попробуем. 40% на починку не получилось. А, состояние после ремонта 88. 1905 опыта, и ничего не изменилось. То есть смысл тогда, вот, я не понял. Скорее всего, нужно что-то такое чинить, пытаться чинить более продвинутые, что ли, так скажем. Какие-то, ну, не крышку фильтра, а что-то другие детали, может, ходовые какие-нибудь части.
То есть остается просто вот снимать все части, да, с автомобиля и пытаться их как-то, ну, починить. Так, стоп, я вот опять тороплюсь. Давайте мы проверим еще раз. Проверим вот здесь вот 63%. Вот это можно снять. Так. Здесь, по-моему, вот 59%. Вот суппорт можно снять. Заменить. Может, просто мне было задание как бы... То есть здесь, по-моему, новый суппорт стоит. И вот здесь вот новый суппорт стоит. Да. То есть, по-любому. Здесь вот новый, да. Ну да, вот, собственно говоря. Давайте тогда вот эти два суппорта снимем. Просто заменим их. Что... Потому что по заданию как-то странно. Вот смотрите, если по заданию посмотреть, тормозной суппорт просто написано, да? Тормозная система нуждается в починке. То есть, похоже, именно подразумевается то, что я должен именно разобрать, ну, снять эти суппорты и поставить новые. То есть, починка в этом подразумевается, похоже. Кстати, вот снял вот сейчас колесо, мне один опыт прибавился. В общем, прибавление этого опыта как-то странно работает, честно говоря. Может быть, починка, она, ну, несет опыт. Вот, может же быть такое. То есть, исключительно экономия денег, к примеру. То есть, вот, еще один я снял суппорт, мне еще один опыт дали. Одну единицу. То есть, в принципе, сейчас заключается задача в том, чтобы набрать побольше опыта на новые приспособления. Ну, вот, смотрите, попытаемся... Суппорты починить, к примеру. Видите, не получается. Если посмотреть по скиллам, то есть инструмент для ремонта уровня 1. Может быть, вот при новом инструменте уровня 1 у меня появится возможность, как сказать, ремонтировать более другие детали, так скажем. Так, давайте суппорт. Так. Две штуки надо. Вот эти все суппорты мы продадим, потому что они точно... И вот эти тормозные колодки продадим, потому что они мне точно уже не нужны. И соберем автомобиль. Мне так нравится, на самом деле, игрушка. Прям очень интересно вот этот вот, ну, как бы процесс. Понятно, что в реальности он более такой, как сказать, более тяжелый. То есть, конечно же, и подход, и царапины, и неудобные. Так, смотрим, да, все, теперь можно собирать. То есть и неудобный иногда вид машины, там, к примеру, грязность. То есть понятно, что здесь вот в данный момент машина стоит чистая, да. То есть, а так в реальности вам, мне кажется, в гараж загоняет машину грязную какую-нибудь. Так, сборка. Там ее помыть нужно, песок, пыль, какие-нибудь болты заклинило, их нужно срезать, к примеру, как-то по-другому еще откручивать. Механизмы какие-нибудь заржавели. То есть очень много... таких не, ну, вещей, которые здесь в игре не, ну, как сказать, не показаны. У меня 2000 опыта, я могу другой скилл приобрести. Я приобрету вот это быстрое развинчивание болтов как раз таки на новой машинке. Мы это все и проверим, протестим вот на этой машинке. Так, что у нас здесь нужно, собственно говоря, проблемы с тормозами. То есть здесь суппорты, колодки заменить и тормозные диски, вентилируемый тормозной диск. То есть все части тормозов заменить. И просто заменим к чертовой матери, и все. Посмотрим, давайте, как оно вот здесь вот все. Ну, быстрее, намного быстрее, намного, конечно, быстрее. Тут просто вот даже слов нету. Прям вообще, прям резко, резко, резко. Так, и давайте посмотрим. Смотрите, вот если здесь посмотреть, здесь тоже вот 50%. Давайте снимем, заменим. Посмотрим, тормозные тоже. Давайте снимем. Так, а что у нас там? Вентилируемые тоже диски, да? А, давайте вентилируемые диски снимем. То есть тормозной суппорт, тормозные колодки и тормозной вентилируемый диск. Суппорт, колодки, тормозной диск. Модуль ABS я уже поменял. Да, на этой машинке еще надо было модуль ABS поменять. Так, давайте вот это колесо, то есть суппорты снимаем. Тут даже смотреть на них не нужно. Так, и вот смотрите, вентилируемый диск, он прям видно, что он стрёмный. То есть вот на всех колесах это все сделаем. Отлично, конечно. Винты, наверное, в первую очередь нужно прокачивать. Так что вот, ребят, советую вам именно это сделать, потому что...
Так, и давайте здесь тоже диск снимем. Прям вообще всю ходовую, так сказать, всю тормозную систему заменим. Понятно, что вот даже вот тормозная система, здесь вот показано, что я всего лишь детальки снял и поставил. А по-другому там же надо слить тормозную жидкость, по-моему, да? То есть все это снять, это все капает, представляете, грязно, масляно. Потом вам все это заменить нужно. То есть довольно-таки такой процесс муторный. Давайте, ходовая часть, тормоза. Сразу купим себе вентилируемые диски. Тормозные 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Потом тормозной суппорт 4 штуки. И диск, и колодки. По-моему, так вот. Вроде не переборщил. Так, и здесь я, по-моему, кое-что другое купил. Тормозной диск и вентилируемый диск, да. Да, тормозные диски. Так, вентилируемый диск можно продавать. Так, вентилируемый диск можно тоже продавать. И вот эти все части можно продать, в общем. Тормозной диск, две штуки нужно купить. Это на заднюю. То есть не везде же вентилируемые диски тормозные стоят. То есть сзади стоят вентилируемые. Кстати, вот сейчас я поторопился, не посмотрел, можно ли что-то из этого восстановить. Ну вот написано, что нельзя ничего восстановить. Так, здесь тормозной суппорт уберем. Здесь этого тоже его продадим сразу. Вот, все новое вообще, просто вся тормозная система новая. Отлично, просто будет вообще тормозить, как Шумахер просто. Ну, я думаю, на такой машинке уж точно девочка ездит, такая маленькая, черненькая. Ну, хотя, вполне может и мужчина ездить, то есть сейчас нету такого, как сказать. Ну, лично я, никогда к этому не придирался. То есть, там, женская машинка, там, или мужская машинка. Какая разница, если эта машинка ездит, четыре колеса есть, и она вас довозит до точки, куда вам нужно. То есть, поэтому какая разница, там названа она женской или там розового цвета, зеленого или еще какого-то цвета. То есть, в принципе, без разницы. Это уже какие-то, наверное, личные у каждого предпочтения. Так, ладно, будем иметь в виду, что у меня есть еще запасные вентилируемые диски. В таком, знаете, таком, в ускоренном режиме такая сборка теперь. Как будто запись ускорена. Прикольно получается. Так. Сборка, да, я вот путаю только, путаю, ну, давай, кнопки, когда быстро ускоряешься, начинаешь как-то запутываться, что ли, есть какой-то такой момент. Прикольная очень игрушка, и она очень много нравится, в том плане, что реально здесь очень интересно, вот эта вот сборка, разборка и разбор, ну, как сказать, именно лазение, ковырение в машинах. Жалко, что нету здесь моделей реальных, как бы, то есть как в жизни как были бы, то есть было бы очень круто. Вот смотрите, здесь с двигателями, с тормозами опять. Проблема с тормозами, стук со стороны двигателя. Давайте возьмем стук со стороны двигателя, это очень интересно, и поковыряться в ней очень даже стоит. Но стук со стороны двигателя. Я вот смотрю, у нас здесь, значит, рулевая рейка брахлит. И вот смотрите, стук. Стук со стороны руля. А! Суппорты. Колодки все поменять нужно. Но вот здесь вот еще раз. Видите, вот здесь вот два раза написано суппорты. Это, скорее всего, и задние, и передние. То есть. А когда написано вот тормозные колодки, это какие вот сейчас нужно поменять? Задние или передние? Поэтому, наверное, я думаю, выгоднее менять просто все. Опыт за снятие вы получите, опыт за установку вы тоже получите. Так что, наверное, менять стоит все. Ну, конечно, если там не стопроцентные стоят. И стук со стороны двигателя, рулевая рейка. То есть машину давайте ставим на конвейер. Уже без слов сразу посмотрим следующую машинку. Блин, да везде проблемы с тормозами и... Смотрите, без списка, кстати, вот это интересней. То есть, когда списка нет, мы не знаем, что конкретно у нас в машине происходит. То есть, смотрите, часть не найдена. И ее нужно проверить на тест-драйве. То есть, ее нужно прогнать на тест-драйве и посмотреть. Старая фабрика, погнали.
Так, а какая у нас она? Вот, наверное, вот этого салатового цвета, ну такого. Так, погнали. Сейчас мы проверим эти тормоза по полной. 12:48 времени. Оу, занесло там. Смотрите, глюк какой. Хромированная часть автомобиля вот чуть ниже, вот я не могу повернуть никак. То есть чуть ниже, где вот там вот написано компьютер бортовой стоит. И вот там хромированная часть отображает сзади, как будто ничего нет, а отображает асфальт. Забавно. Такая недоработка маленькая. Дерзкая машинка такая, я вам скажу. Шустренькая такая. Так, все, все проверили. Ну что ж, мы попали, извиняюсь за звуки. Так, мы попали в гараж, прошу прощения за звуки. Это прям, как-то я отвлекся на секунду, прям неприятно. Извиняюсь еще раз. Понимаю, что неприятно некоторые такие вещи слушать. Так, здесь у нас, сейчас посмотрим, я вот как-то так и не определю. А, смотрите, нет. То есть, а, ну да. Некоторые же части визуально просматриваются, а некоторые части как раз-таки просматриваются исключительно на тест-драйве. И сейчас мне колодке-то как раз-таки нужно тормозную систему всю визуально просмотреть. То есть ее нужно поднять и проверить. Так, так, здесь уже, наверное, будет намного проблематичный. Смотрите, зеленый даже есть. Вот передний ведущий мост стоят новые совершенно части. Ну вот смотрите, допустим, посмотрим колодочки. Тормозные супер, точнее. Он зеленый у нас. Так. Реально, смотрите, очень интересно получается. То есть мне нужно сначала разобрать все. Давайте снимем колеса тогда. Займемся этой машинкой. Это очень интересно. Ну вот, сразу видно у нас тормозной диск. В плохом состоянии, прям он вообще убитый. Смотрите, тормозной диск, то есть у нас тут подшипник, ступицы тоже. И вот давайте еще посмотрим вот эту часть тоже. Она, смотрите, тут машина практически новая. То есть здесь поворотный кулак передний, это же к тормозной системе не относится. То есть здесь у нас тормозной диск вообще убитый. Такое чувство, что машины ремонтировали, то ли купили, что ли, и только что после ремонта, да, и пытается вот разобраться с ремонтом. Так, у нас здесь прям видно, кстати, визуально, что у нас тормозной суппорт убитый, тормозные колодки убиты, ну, вентилируемый тормозной диск мы тоже снимем. Давайте прям сейчас это и сделаем, почему бы нет, да? То есть всю тормозную систему мы здесь просто заменим. Так, отлично, да, и здесь давайте снимем. Сегодня такая серия с тормозами получилась. Так, но вот здесь нужно быть аккуратнее, потому что здесь, допустим, вентилируемый диск. То есть мы по списку будем проходить и покупать вещи по списку, а не так все подряд, как я до этого сделал, там прям по 4 этого, по 4 того. Так, ну здесь вот тоже сразу видно и визуально, что тормозной диск убитый, тормозные колодочки нормальные у нас. И суппорт, ну такое, 74% можно заменить на самом деле. Я заменю, потому что я не люблю, когда есть плохие детали. В моей работе остается только идеальная работа. Вот так вот. Ха. Это как его. Поддерживаю рейтинг мастерской. Ну вот здесь вот сразу видно, что тормозные колодки. Ну видите, даже визуально они такого ржавого коричневого цвета. Это, конечно, немножко, мне кажется, они неправильно сделали. То есть это как-то так, такая, знаете, назойливая подсказка получается. Потому что как-то, ну, странно. Ну все, вся тормозная система практически заменена. То есть остается только закупить. И все. Но это я уже буду делать за кадром. Сегодня такое интересное, мне кажется, серия получилась. То есть мы и разобрали, как, что и починку. Ну вот починка, кстати, будет, наверное, уже здесь вот интересно. С этой машиной, потому что здесь... А, нет. Хотя интересно, давайте-ка мы проверим. Давайте проверим. Здесь у нас... Задний вот этот вот задний
Так, сейчас, вот-вот-вот, он красный уже, то есть рулевая рейка у нас убитая. Давайте мы ее снимем и попробуем, знаете что, починить ее, вот просто под конец серии, так сказать. Да? Мне кажется, очень интересненько будет посмотреть, как это все у нас... Так, здесь у нас... Так, надо вот сюда вот. К сожалению, вот эта часть, видите, без колеса не снимается. Колесо в любом случае придется скручивать. Не знаю, зачем, почему и для чего им так нужно. Так, все, сняли вот внутреннее... Так, где у нас стол починки, и попробуем починить. Ну, видите, нельзя чинить, то есть нам придется в любом случае закупать. И вот какой-то странный процесс вот этой починки, то есть некоторые предметы можно чинить, а некоторые, получается, нельзя. Так что тут надо быть внимательнее и как-то, ну, как сказать, каждую деталь, что ли, получается, проверять. Нужно еще набрать несколько очков, чтобы купить вот этот вот починку. Быстрый ручной осмотр. Нет. Вот это я без этого и так обойдусь. Осмотр я могу и провести медленно. А вот починку я, наверное, сделал ради того, чтобы проверить, работает ли это на новые детали. То есть новые детали какие-то смогу ли я чинить. Или также, ну, просто те же детали, которые я до этого мог чинить. Просто их, у них шансы единственное повысить. Ну, надеюсь, что и новые детали. То есть, в принципе, в идеале на максимальном уровне. Ну, я так подразумеваю, что вот инструмент для ремонта корпуса, вероятно, починить. Видите, вот для корпуса, то есть всю машину я смогу ремонтировать. Прям брать и прям вот сам такой весь все чистить, шкурить, там, собирать. Там, все так, все круто делать. Я надеюсь, будет так. Это было бы намного интересней. Ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше серии они быстрее выходят. 100 лайков, и будет вам обеспечена серия в ближайший короткий срок выход. Так что ставьте, не жалейте. Игрушка очень замечательная. Скачивайте. И я бы даже посоветовал ее купить, потому что 100% будут выходить патчи, будут выходить обновления, которые будут очень интересны. Скорее всего, новые машины, новые детали. Очень интересно, если бы были грузовики или что-нибудь такое. Представляете, грузовик починить. Вот лично мне было бы очень интересно. Я люблю грузовики, как бы, ну... Поэтому мне было бы очень интересно поковыряться в нем. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.